Нам очень приятно видеть, что Росрыболовство осваивает новые технологии передачи информации. Для нас, как для медиахолдинга, это а. удобно и б. это оперативно, потому что восприятие информации в видеорежиме, в социальных сетях на порядок убыстряет доставку информации. Я хочу отметить, что Росрыболовство, на мой взгляд, одно из самых открытых ведомств в данное время в России. Вот. Это не может не радовать, потому что круг вопросов, которых они касаются, в данное время имеет отношение к каждому человеку. Помимо рыбалки любительской, о которой говорят десятки, миллионы россиян, и это промышленное рыболовство, которое касается всех прибрежных регионов. То, что сейчас делает Росрыболовство в плане работы в социальных сетях, в плане работы с видеоинформацией, в плане работы с интернетом, мы всячески приветствуем. Я думаю, в этом есть еще один плюс. Во-первых, это открытость чиновников, потому что теперь мы можем видеть прямую речь руководителей управлений, руководителей департаментов, руководителя отрасли, его замов. И, на мой взгляд, это дополнительная ответственность, потому что ценность слова в наше время очень велика. Это важно для нас, журналистов, особенно профильных журналистов, получать информацию с первых рук, непосредственно от чиновников. Здесь я хочу еще раз отметить работу Центра общественных связей, Росрыболовства и сказать им спасибо.